Прием, прием, здорово всем, с вами Хилл Хёртс, и это у нас с вами Dark Souls с модом Nightfall. Вот так стильно это выглядит. Ну, а как только я нажимаю любую кнопку, происходит обычная дефолтная очереднярская заставка. И чё-то мне не нравится звук. Короче, в общем-то, параметры сети у нас в офлайне, играем в любые модификации только в офлайне, это наша, ну, классика. Так, и давайте новую игру начнем. Потому что любой новый мод начинается с нового сохранения. Итого, наше имя. Имя персонажа. Я почему-то не могу ничего... Может, циферки? Может быть, без имени обойдемся? Может, это же так надо писать? Ага, на английском. Ну, как всегда. Аутсидер... NF. Nightfall. Хорошо. Принять. Пол. Это будет определенный мужчина. Класс. Здесь у нас новые классы. Воины, рыцари. Слушайте, а знаете, что очень странно? Какого фига у меня работает русский язык? Неужели мод на... А давайте попробуем на русском. Ага, походу из-за того, что на русском, часть предметов не работает. Давайте просто по рофлу возьмем что угодно. Тут у нас как бы различные штуки. Неважно вообще, просто пофигу принять. Нажмем. Наверное, нужно все выбрать, без разницы. Мне пофигу. Редеющий, принимаем. Посмотрим, что будет начать. Давай. Очень пафосное начало. Я честно не знаю, какого фига у меня русский язык остался. Мы появились в начале, буквально на полсекунды. И сейчас, если все правильно, мы появимся в изолите. Отлично. Слушайте, ну... Да, ясно. 100% я иду переключаю. Я гасестусов. Ну, большая часть предметов осталась на русском. Мне все равно нужен английский язык. И если честно, я не знаю, как теперь это переключить безболезненно. Я пойду попробую и скоро вернусь. К моему величайшему счастью, все оказалось гораздо проще, чем я думал. Когда мы... ну, Гре. Давайте, допустим, Гре. Mail класс. Так, смотрите. Руин Найт. Руник Найт. Потом Экзайл, изгнанник. Затем Вагабунт, Бунтарь, Бродяга. Интерлупер. Монастырь Акалют. Прикольно. Протектор Паладинов Карим. Блин, прикольно. Главный рыцарь. Lost and Lameless. Destitute. Врач. А, так это несколько просто голых. Фул, дурачок. Дул Сол. Ну, вообще, наверное, надо дурачком играть. Ну, нам же интересно. У них, слушайте, посмотрите, как у них сильно изменены основные классы. Этот на Стринджу. Этот у нас какой-то такой сейчас сбалансированный. Этот у нас на Интеллидженс. Вы, наверное, скажете, Владос, давай мага. Ну, давайте попробуем кого-нибудь более приземленного, потому что только что я в моде играл магом. А какой в этом был смысл? Эндуранс, Стрэндж. Я, наверное, этого возьму, потому что он на тигра похож. Либо рунического найта. Давайте вагабунда. Лесной охотник. Отлично, нам подходит. Гифт. No effect, but found memories comfort. Возможно, что-то, кстати... Ну, вроде все точно стало как надо. Slim, very slim. Large, большой будет мужчина. Face, вообще пофигу. Color, gold. Short. Accept. Смотри, какое управление в срате в первом Dark Souls. Да, поехали. И давайте проверим, на английском это будет. Или на русском субтитры опять. Просто субтитров не будет. Окей, все, можем начинать наконец-то. Вроде бы у нас что-то получилось. Так, Firelink алтарь. И звук игры куда-то ушел. В меню он орал. 12 cinders remain. 12 остатков пепла. Убья. Что у нас по эквипменту? У нас есть сет такой. У нас есть какой-то left... Какой-то когтевой плуп, кнут. Потом есть дубинка. Дубинка есть, это все, ребята, это успех. Отличный. Вот так класс, хорошо. Из интересного. Нету хиляться возможности, треугольник. Когда я жму треугольник, короче, я уже посмотрел немножко, мы становимся более быстрым, вот таким ультимативным. У нас вроде как, ну, атаки становятся быстрее. Вот таким образом это все реализовано. Перекаты обычные вот такие. Давайте, это у нас фляжка с эстусом, как мы уже могли догадаться. И причем интересно, что когда мы вот так можем лечиться, когда мы в этом режиме, мы не имеем возможности хиляться. Это, в принципе, нормальная плата. Окей. Пойдем дальше потихоньку. Здесь у нас ничего нет. Давайте потихоньку двигаться и будем разбираться.
Здесь у нас демонические руины. Хочу узнать, могу ли я получать огонь? Да, могу. Здесь вот пипяки бегают. Вроде бы они меня не должны трогать, насколько я помню, насколько я знаю. Ну, работяги бегут, пусть бегут как бы. Туда им и дорога. Мы невероятно быстры в такой форме. Костры вроде как в Demon's Souls. Пойдемте лут заберем. Цель вижу, препятствий не вижу. Здесь без вариантов. Это у нас пендант, какая-то подвесочка. Давайте смотреть. Так, return to last. Это, короче, возвращалка. Пендант, подвязка. Просто одно эффект. Simple pendant with no effect. Even so, pleasant, memorous, accurate, to serve. Что-то потом нужно будет. Подвязка Гвина. Contains the last cinder of the first flame. Остаточек первого пламени. Shadows grow, the pendant contains... Magic. Наверное, потом мы когда-нибудь сможем с этим разобраться, но не сегодня. И еще призматическая бутылка. Sharp Edged Bottle for Powerful Essence. Для сильных эссенций. Хорошо, с этим мы пока что не будем разбираться, не будем тратить время. Кому это надо, нам нужно быстрее мод посмотреть, а потом быстрее его выложить. Потому что, сами знаете мой интернет. Возжигаем голубой костер, фиолетовый. Мне очень нравится. Well Sprinkling. Отлично. Левелапы, классические. Аттитюдные маджики, то же самое, Reverse Холловин, обратить опустошение, Kindle, возжечь и уйти. Отлично, все как мы любим. Давайте ультимативного мужчину возьмем. Я же мужчина, да, вроде мужчина взял. Так, пока что все выглядит душноватым, потому что это позорный изолит. Мы только что были в позорном изолите. Вы знаете, как я не люблю изолит. Но кого волнует, что любит или не любит Влад? Это же мод для всех. Если нам прям сойдет мод, модификация. Здесь пока что вроде как две арены добавили всего лишь. А, конечно же, там лут добавили. А, это разработчик хитрый какой, а. Знал, что. Влад, клептоманит у нас немножко. Потихой. Так вот, мы еще и другие классы обязательно попробуем. Heals our time, heals more than badly hurt. Короче, это постепенная хилка, которая хилит нас постепенно. Чем сильнее наш персонаж ранен, тем быстрее данная хилка будет исцелять, питаться нас. Вроде классическая штука. Ну, пока что модификация установилась, мое почтение. Изначально ссылка на установку была на Нексусе, но потом ее перетащили в Discord. И еще из интересного. Разработчики обещали 21-го выкатить, выкатили 22-го в 5 утра. Пока я всю эту дичь скачал, пока я перекачал Dark Souls, пока вот я, получается, сейчас это обработаю, если 22-го вечером я выложу видос, это будет легендарно. Так что ко мне как бы вопросов... Ну, есть, конечно, у меня интернет медленный, но минимальный все-таки. Я сделал все, что мог. Ну, в принципе, мы, по-моему, только что вот таких противников видели. Можем пойти сюда, но туда мы идти не хотим, потому что там будет босс. Я знаю, я узнавал. Давайте пойдем. Достаточно быстро смена фаз происходит. Я бы сказал, это круто. Так, а сильная атака? Ну, дубинка, я уверен, дубинка есть, проблем нет, знаете ли. Я, конечно же, постараюсь сразу как можно больше записать. Но не знаю, когда буду выкладывать. Буду стараться тоже выкладывать своевременно. По возможности, так сказать. Еще работяга есть. Так, куда ты свои ручки огнедышащие пускаешь, петушилка? Так, этот лифт должен работать. Doesn't work, мазафака. Hidden, короче, тихое падение, по всей видимости. Мы можем упасть, получив урон. В принципе, давайте сократим немножко времени. А, лол, я сразу с боссом буду драться, да, по идее? You wanna fight, let's fight. Я такой иду сюда, здесь она прерывается. Здесь у нас демонюга новый. Blistering демон. Ого, дядя, не бей, ты шо? Ты шо, из этих, шо ли? Братан, я ветеран всех Dark Souls'ов. Я их должен щелкать, как орешки. Но пока что меня натягивает. Слушайте, а давайте попробуем в обычной форме подраться. Насколько меньше урона наношу? Да, в принципе, возможно, зато мы можем лечиться. Эстусы намного быстрее лечатся теперь. Я в форме человека буду пробовать биться. Я двух рук... А, я забыл, две руки нельзя брать. Блин, это дурачок. Владик, дурачок у нас. Ага, next. Стейдж. Да, вторая фаза включилась. Когда он стал более злым. Стагер эффект. Сюда я напинаю ему по жопе. Дубинка, походу, кровоток дает. Дубинка чемпиона. Не иначе. Я вам говорю. Легчайше. Well done. 3000 душ сюда. Первый начальный босс одолен. Капчур, что-что-что. Remnant of Prismatic Battle. Короче, мы забираем этот осколок в бутылку. И теперь у нас наполненная бутылка с душой этого демонюга. Можно и юзнуть. The Skies of Legend X.
Видимо, это что-то нужное. Пока не знаю, что с этим делать. Пока не буду делать ничего. Гениально, конечно, начинать. Не знаю, что качать, качаю хп. Гениально начинать модификацию с изолита. Сразу прям такие фанаты. О, изолит, о, люблю изолит. Ням-ням-ням, вкусный кусочек какашки. Простите, я ненавижу изолит. В большинстве своем из-за визуального сопровождения, в первую очередь. Слушайте, етить атака с разбега ультимативно здесь. Это мне сейчас не показалось? Да, просто пипец. Он еще ультра-убер-пупер-мега-дэш делает. Опа. А кто у нас колоколит? Ваншоты, просто мое почтение. Да, слушайте, я думал, это шутка. А это нифига не шутка. Я вот только что в другую модификацию играл. И тут эти позорные черви мне так мешали жить. Ну, как видите, они здесь есть. Так, очень много магических заклинаний нам дают. Но мы их, наверное, пока что не будем использовать. Пока что, я так понимаю, это вообще еще хаб-локация, то есть стартовая. И здесь самые простые очередняры, если позволите. Что-то мне подсказывает, что я как будто бы чуть-чуть быстрее двигаюсь. Имею, так сказать, ускоренное перемещение. Здесь очень много работяг, но ничего страшного. И не с таким количеством разбирались, знаете ли. О, лол, подожди. Неужели я у них хп ворую, как в Bloodborne при ударах? Если это действительно так, то это очень круто. Я просто недавно проходил изолит, помню, что тут есть ништяк. С этими существами драться не хочу. Подожди, ништяк своровали? Вы чё? Не, ну хоть что-то положили. Ага, Chaos. Хаосные огненные бомбы. Ага, сундук. Не-не-не, попустись. Я просто заберу то, что мне полагается по праву. И какая-то броня мне дана была. Попробуем утечь. Давай поглядим, что за бронька. Клейпот. Сет горшка. Я не уверен, что мы хотим. Весит больше. Никаких бонусов не дает. Я, наверное, останусь при своем. Это, наверное, отсылочка к Elden Ring, то что горшки все дела. Так, уважаемые пипяки, идите в пень. Немножечко FPS дроп был. Надеюсь, OBS это переварит, и все будет alright. Пока что я вообще ничуть не жалею о том, что выбрал дубинку, без шуток. Это выглядит как выбор чемпиона. Не мальчика, но мужа. Человека с уверенным ДПСом. С большой шишкой, так сказать. Чем больше шишка, тем больнее бьет, знаете ли. Мастерство воротов и по жопе. На мана. Всю стамину на одного петуха. Ну, в принципе, честная сделка. Врать не буду. Интересно, почему именно мы с изолита начинаем? Чем это обусловлено? Так, а силовая атака какая у нас? Нормально, я думал, прыжок будет, но нет. Угу. Души что-нибудь ультимативное дают? Нет, просто души, окей. Еще совершенно непонятно, что с бутылкой демона. С душой демона делать, потому что... Неужели я их могу миксовать, если позволите? Два удара стагер будет. Лол. Должен был быть стагер, но его не было. Странно. Пока что либо дубинка слишком мощная, либо я слишком клевый. Насчет того, что я слишком клевый, я сомневаюсь. Наверное, дубинка слишком хороша. Так, ну мы пока что банально возвращаемся назад. Неужели Квиллана будет? Оу май. С места в карьера. Люблю груди на первом этапе игры. Так, так, так. Что это? О, нет, повезло, что я с реакцией кошки. Хитрый ход разработчики, но не сегодня здесь у нас. Обрыв, опасность, осторожность. Нужно проявлять. Так. Шо, куда? Да что за пес? Это огненный корень? Коренья в лаве? Вы чё, разработчики? Это ж так не работает. Ну вы зачем? Ну, окей, мне показали, что так делать не стоит. Ну, вообще, как бы у Корди уязвимости как? Ну, я думаю, у него мало шансов было победить. Ой, блин, просто вот сколько? 12 минут записи. И глаза от изолита просто говорят. Влад, выпусти нас, пожалуйста. Пожалуйста, будь человеком. Не заставляй нас смотреть на это.
Было бы неловко, если бы эта лава убивала. Я, насколько знаю, мне вон туда. Но мы же все хотим узнать, что у нас там, правильно? Так что я, наверное, схожу посмотрю. А, у ворот не сработал, твою мать. Господи, она огромная. Как некогда моя задолженность по учебе. Я все-таки хочу попробовать забегать, посмотреть. С этой драться не хочу, ну ее в пень. Или это босс качалки? Но она явно больше других. А вдруг это озеро, все ее как бы дом обитания, место обитания. И она в любой момент может вылезти и за попу меня укусить. Слушайте, а здесь пусто. Так что мы не будем тратить время, побежим назад. Так, жук, иди в жопу. Осуждаю такое обращение с жуками, но этот жук не прав. Врать не буду. Немножечко терзают смутные сомнения, что с графикой что-то сделали, она как будто с консолей PlayStation 3 пришла, если не раньше. У меня что-то горло уезжает, простите, пожалуйста. Я вроде и чай попил, и вроде все как надо сделал, но хрипит как падла. О, там что-то красиво светит. Вот это хороший эффект. Владу такое нравится. Просто удалил это сутулое коренье. Могу сюда подняться? Подожди. А что это за проход тогда? А, я могу туда идти на босса. Там кто-то есть, слушайте, там какая-то виверна. А тут эти существа. И они... А-а-а! Смотри, что творят. Слушайте, ну, я точно знаю, что там тупик. Давайте туда сходим одним глазком. И также дополнительно я еще 100% знаю, что здесь у нас есть колокол, в который кто-то берет и, зараза, постоянно по КД 3 звонит. Есть ли ему за это прощение, я не уверен. Не, ну пока что это полностью переработанный оригинальный Dark Souls. Это уже, на мой скромный взгляд, мое почтение. Это раз, а два, ну, будет интересно посмотреть. Метательный кинжал, сюда автоматом заполняется слот. Тут даже слоты быстрого доступа автоматом не заполняются. Ну не мое ли это почтение, господа и господонессы? Даже не знаю, с какой стороны идти, честно сказать. Там, по-моему, что-то вроде виверны с красными крыльями висело. Прошу прощения, пришлось прерваться, закрыть дверь. Мы вольны продолжать. Так, надеюсь, это умный дракон, который мне что-то расскажет. Умный злой дракон. Который категорически не хочет общаться. Но если он один, я его разнесу, наверное. Йоу, собака, я Наруто Узумака. Ого, не, без вариантов. Ну, хотя нет, смотри. Просто испепелил. Так, ну что, драконидзе? Слушайте, этот дэш просто ультимативен. Он экстра хорош. Разработчики, вы создали имбу, мне кажется. Я, конечно, не эксперт, но что-то мне подсказывает, что это слишком хорошо. Я, наверное, по горбу ему дам, он упадет. Да, слушай, ее почти нет. Дубинка чемпиона, не иначе. Опа, я так и знал. Я так и знал, что здесь будет злый день писюкастый. Я не знаю, почему он не попадает по мне. Но мне везет, я наношу урон пока что. Так, червь-петух был повержен. Срочно вырвать лут. Душа безымянного. Большая душа андеда. И вилка. Вилка. Вилка зачем нам нужна? Лол, это скорее всего оружие, не поверите. Even Syndrome Main. Что-то происходит. Совершенно не понимаю, что это такое. Это кинжал, вилка, окей. Как скажешь, игра. Так, ну и теперь мы, скорее всего, будем с вами возвращаться. Я, наверное, позволю себе выключиться и добежать вне кадра. Если не забуду, эта вставочка только для того, возможно, чтобы сделать превьюшку. Ну что ж, мы с вами уже вернулись вот сюда почти. Там, где и останавливались. И сейчас будем пытаться продолжать. Надеюсь, коренья с червяками разобрались. Походу, червяки загрызли коренья. А чё вы на меня-то быкуете? Я не понял.
У вас какие-то ко мне вопросы, господа? Я попрошу вас сходить на юг. А то что-то вы замерзли. Не знаю, хильнуться до фула или так сойдет. Ну, сейчас впереди босс будет. Не, вроде бы бегаю я так же быстро. О как. Хы. Тогда имеет смысл, почему здесь коренье. Окей, понял. Так, сейчас почешу нос. А, скорость восстановления стамины у меня сильно повышается, я понял. И я, в принципе, даже понял, где я появился. Окей. И здесь полностью переработаны все противники. Канабу. Так, это фулл сет вот этого мужчины стартовый. Хорошо. Понял, значит, то я нашел стартовый сет какого-то другого мужчины. Это... Слушайте, у меня на ЛТ есть обилка еще, оказывается. Слушайте, и на L1 у меня есть обилка. Оказывается, нужно было попробовать. Ну а чисто теоретически, я же правильно понимаю, что это вот так работает? Я могу взять хлыст. Это обычные атаки. А это ЛТ. РТ. Ну я так понимаю, да, здесь у всего есть еще и дополнительно ультимативные типы атаки. Господи, ну как же хорош этот ворот, господа. Ничего не хочу сказать, но ворот это просто имба. В прошлом моде здесь был костер, но, видимо, это был мод. И ничего общего с реальностью он не имеет, к сожалению. Не мог сразу лут отдать, а, братан? Нормально же общались, что ты начинаешь? И я сейчас сразу пойду поставлю на рендер. Где-то минут 30 у меня будет серия рендериться, если все нормально. Потом поставлю на заливку и пойду дальше модификацию записывать. И то, что вы, возможно, мне напишите советы, я, скорее всего, ими воспользоваться не сумею. Ну, так сразу. Господи, что за извратство? Почему тут все вот эти алачильские петухи? Я не знаю, почему я знал, что тут будет костер. Я просто знал. Так, хорошо. Я не знаю, что качать. Качаю хп, потому что хп никогда не ошибка, как мы знаем. Одним глазком, что у нас здесь? Здесь у нас злыдень писюкастый, которого мы уничтожили. Открыт ли проход? Закрыт. Немножечко жестко, конечно, что эти работяги здесь. Маг, насколько мне известно, очень ультимативен. Да, даже заклинания залачили, используют. Что это, падла, себе позволяет? Ну и вроде как визуально я ворую хп при ударах. Что вообще круто. Возможно, это какая-то метка, знаете, как в... при военных действиях, когда что-то используют, что-то используют. Хорошо сказал. В скобках нехорошо. Хочу попробовать до дефолтной локации дойти, поглядеть, что у нас там, костер или что вообще. Звони потом. Здесь корень должны подниматься, но... Наверное, они не будут подниматься. Блин, зачем им так много хп дали? Да, видите, я хп могу как в Bloodborne возвращать. Жесткий парень. Рискну предположить, что имеет смысл попробовать пробежать, посмотреть, что у нас там. Хотя, с другой стороны, сейчас я привыкну к их анимациям атак и развалю этого чепушила. Вы не представляете, как этот мужчина может быть хорош, когда ему это нужно. Я нажимал ворот, отвечаю. Можно у трупов? Нет, у трупов нельзя хп забирать. Даже это продумали, ну не красавчики или разработчики, а? Так. Успеть бы души сворвать. Он вырывает обычно еще топор из земли, но что-то в этот раз не стал. А, я же просто могу банально очень далеко уворачиваться. Тем самым я получаю урон. Ну или большую часть урона, если хотите. 250 душ за такого монстра, да вы чё? Это же не сбалансировано. Осуждали тебя, испытываю. Наверное, не испытываю, правильнее сказать, а выражаю. Подожди, а разве было так? По-моему... А, да, было. Ну, фильтра поменяли, окей. Знаете что, я не удивлюсь, я сейчас прибегаю тут к Ломи такой. Здорово, братан, давно не виделись. Как сам, как дети. С этих петухов часто что-то падает, но, видимо, не сейчас. Опа, это что, туманный туман? А что это означает? Это означает, что, скорее всего, тут будет карнавал.
Да не простой карнавал. Нет, можно сосать хп. Но я бы не советовал сосать вам. Ария. Скорее всего, данная область еще не доделана авторами мода. Ну, если я правильно могу понимать. Потому что, как разработчики объяснили, они очень торопились, они очень устали, ничего не успели, к сожалению, доделать. И выкатили хотя бы то, что успели доделать. Я, наверное, прервусь, чтобы не тратить время. Продолжим от костра. Вот мы уже на повороте том самом. Давайте подойдем к двери, поглядим, что она от нас потребует. Что? Контрацепцией? Контрапшн, простите. Сейчас пойдем вниз, в нижняя часть локации. Насколько я помню, должна быть как бы тупиковой. Так же, как и мое развитие. Так что здесь, возможно, будет босс. Но мы, наверное, его не посмотрим в этой серии. Возможно. Может и посмотрим, я не знаю. Просто нужно в 30 минут постараться уложиться, чтобы видео достаточно быстро рендерилось. Так, это начальный сет еще одного мужчины, которого мы уже видели. Остановка это, по всей видимости. Нет, не сегодня. Мужчины не останавливаются. Или останавливаются. Братик, лечись. Лечись на все бабки, братик. Еще, еще. Используй суперспид. Текаем сила. Просто не хочу с ними драться, я хочу посмотреть, какой тут босс, если честно. Давайте просто пробежим. Скорее всего, мне по щам надают за все бабки. За всю фигню. Ну, очень не злые. Так, 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 простите. Я просто спросить, Ой-ой, братан, попусти. Опусти меня, опусти, пожалуйста. Опа, а что такое? Каламит, каламет. По горбам. Кто ты? Господи. Обычно, когда прилетает дракон, нужно убегать как можно быстрее. Чем я... Ой, они все за мной пошли, ё-моё. Слушайте, волнительная модификация, волнительная. Она волнует струны моей души. Не знаю, хорошо ли это, плохо ли. Бесконечная, бесконечная башня. Ох ты. Ну ты и пёс, конечно. Мальный сундук, открываем его срочно. Здесь у нас... Crest of Artorias. I don't know what is it. По всей видимости, это сигил Open Door Darkest. Это, короче, штука, сигил, которая открывает доступ к саду камней, по всей видимости. Слушайте, ну, выглядит неплохо. Тогда, получается, надо попробовать постараться лес доисследовать. По всей видимости и возможности. Я не могу камерой провертеть. Если у нас это получится, то мы с вами чемпионы. И можем отправляться... А, ну у нас, в принципе, путь... Нет, есть путь, есть путь. Сейчас лут хочу попробовать забрать. Я не буду, наверное, с ним драться. Как, братан? Ты не врубаешься. Мне нужен реальный товар. А, полечился. Отлично полечился. Наверное, я застряну. Ладно. Дал фиаско. Ну что ж. Я все-таки попробую в следующей серии, возможно, часть леса заисследовать. Давайте на этом закончим. Охрененная пока что модификация. Интересно, ничего не понятно. Премного всех благодарю за просмотр. Буду очень рад почитать ваши комментарии насчет данной модификации. Опять же, смогу почитать чуть-чуть попозже, когда уже выложу. Но вы пишите, в любом случае буду очень рад. Всем всего хорошего, счастья, здоровья. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.